сегодня не погода. Я сегодня все равно, у меня свободное время. Я вышел немножко побегать, позаниматься спортом. И вот набрел я вот на такую картину. Вот так облагораживают наши власти пляж в Валенсии. Видите, уже сезон прошел. Ну вот, делают вот такой вот заборчик. Вот таким вот интересным трактором. Или что это, я не знаю, но вот так как-то происходит. Мне это понравилось. То есть бурят дырочку и вставляют вот такие вот бревнышки. Ну вот. Будет у нас еще красивее. Власти Валенсии, они не забывают про туристов. Всегда что-то добавляют новенькое.